решила в этот раз попробовать сделать новое блюдо, скорее, закуску, причем, вегетарианскую. Читайте, как приготовить гуакамоле из авокадо, это известное блюдо мексиканской кухни, которое оценят все. Традиционно соус гуакамоле подают с кукурузными чипсами начос, их можно заменить любыми другими чипсами, а также хлебцами, багетом и даже гренками. Соус отлично подойдет к рыбным блюдам, например, к стейкам из красной рыбы. Данный соус я сделала с острым перцем, чесноком и кинзой, но основными ингредиентами в нем считаются авокадо, лайм и соль. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Для этой закуски нужно правильно выбрать авокадо, он не должен быть каменным снаружи при нажатии на кожуру. Для начала подготовим овощи, авокадо, лайм, зелень и перцы нужно помыть и обсушить. Разрезаем авокадо вдоль острым ножом на две части, внутри видим большую косточку, чтобы ее вытащить, стукните по ней лезвием ножа и поверните, затем, выковыриваем мякоть из жесткой кожи плода, нарезаем мякоть на кусочки и тут же сбрызгиваем ее соком лайма, достаточно 1-2 столовые ложек. Теперь мякоть авокадо нужно размять, некоторые делают это вилкой, некоторые ступкой, некоторые блендером. Все зависит от вашего желания, соус может быть совсем гладкий, как крем, а может состоять из недомолотых кусочков, допустимы оба варианта. Теперь беремся за остальные ингредиенты, в качестве зелени я взяла кинзу, измельчаю ее ножом, чищу чеснок и мелко рублю, сладкие и острые перцы очищаю от зернышек и всего ненужного, мелко их нарезаю. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Беру блендер и измельчаю продукты, но не до крема, чтобы выделить кусочки перца, кладу оливковое масло и соль, все перемешиваю, подаю на стол эту необычную закуску вместе с чипсами, приятного аппетита! Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. А теперь ингредиенты. Авокадо. 3 штуки, лайм, 1 штука, перец острый, 1 штука, перец сладкий, 1 штука, зелень, по вкусу, масло оливковое, 2 столовые ложки, соль, перец, специи, по вкусу, количество порций, 4. Щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Удачи! Друзья, заходите.